Новая полоса препятствий из бутылок для Джины. На старт, внимание, марш! Сюда прыгай и... Прыгай! Джин, так дело не пойдет. Заворовали тебя в этом колодце. Всем привет, я Элли Ди, снимает Кирилл. Всем привет, я тут. Собака Джина, конечно же, тоже тут. Потому что вы смотрите канал о питомцах Элли Ди Пэтс. И сегодня будет полоса препятствий из бутылочек для собаки Джины. Посмотрим, справится ли она. Если ты еще не подписан на канал о питомцах Элли Ди Пэтс, сделай это прямо сейчас, нажав на красную кнопку. А мы начинаем. Вы можете обратить внимание, сколько бутылочек, пустых бутылочек от воды здесь, в этой комнате. Да, мне нужно как-то это пояснить. Потому что их реально много. Я специально к этому ролику, конечно, не покупала воду. Я копила много лет пустые бутылочки и не рассказывала вам об этом. Чтобы вы понимали, здесь только половина тех бутылочек, которые у меня хранятся. В принципе, для того, чтобы организовать Джине веселый день, веселые препятствия, веселые соревнования, мне хватит того, что здесь есть. Наше соревнование будет разбито на несколько раундов. В каждом раунде будут интересные фигуры, интересные препятствия, интересные, так скажем, снаряды, наверное, даже, которые я буду делать из этих бутылочек для Джины, а Джинка будет их проходить. Полоса препятствий – это отдельная, достаточно большая рубрика на канале Элли Ди Пэтс. Она существует уже много лет, и много роликов выходило на эту тему. Это полоса препятствий с туалетной бумаги. Как мы Джинку замуровывали в туалетную бумагу. Потом на Крите еще были преодоления препятствий у Джины. С хомяком, по-моему, было преодоление препятствий. Поэтому, если вам нравится эта идея и эта тема, когда смотрите этот ролик до конца, можете посмотреть. Скорее, иди сюда! Нет, Джина не напролом! Джине полоса препятствий очень нравится, потому что Джина порода Джек Рассел Терьер. Это активная собака, которая требует реально много с ней занятий. Она любит заниматься с хозяйкой чем-то, ну, интересным и активным. Тем более сейчас это актуально, когда у нас на данный момент продолжается еще режим самоизоляции, и как бы нужно собаку развлекать, да и самой немножко подвигаться. Вы могли обратить внимание на то, что у меня большой живот, и это не то, что я там отъелась. Дело в том, что совсем скоро я рожу ребеночка. Совсем-совсем скоро, но все эти интересности происходят на моем основном канале, на канале Элли Ди. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео, там тоже ролики выходят часто. Как только у меня начнутся роды, видосы про это будут выходить там, все новости будут там. Ну что, Джинка, у меня для тебя есть еще вкусняшки подготовленные. Я буду мотивировать Джинку и вкусняшками, и мячиком. Это работает примерно одинаково на Джинке. Эту башню мы здесь построили, так сказать, для красоты, пока готовились к съемке. Сейчас мы ее разломаем и сделаем из этих бутылочек полосу препятствий. Первый раунд будет называться разминка. Джина просто попрыгает, разомнет косточки. И это будет самый простой раунд. Будем от простого к сложному. Кирилл говорит, пинай ногой. А мы начинаем. Первый раунд. Итак, что же мы подготовили для Джины? Для Джины мы подготовили вот такой вот лабиринт. Она сейчас стоит на старте, я вам пока покажу. Самая главная задача, так как Джина очень энергичная собака, ничего не разрушить здесь. Потому что дальше она будет проходить здесь. И все это такая довольно-таки шаткая конструкция. Надо быть очень аккуратной. Не знаю, получится это у Джины или нет. Что-то мне подсказывает, что это будет сейчас полный хаос. Ну ничего, сейчас узнаем. Ну что, Джинка, готова? Ну давай, прыгай. Молодец, Джинка, развернись. Так, аккуратно, аккуратно. Иди сюда, я сейчас туда бросаю мяч и смотрим, что же, как же она пойдет дальше. А дальше она просто перепрыгнула через эту плешь. В принципе, как я и предполагала. Сейчас у Джины будет штрафной проход по этому лабиринту, потому что, ну, она перепрыгнула через окошко, можно сказать. Все-таки в два слоя это слишком низко. Поэтому я возьму, пожалуй, вот эту упаковочку бутылочек и поставлю вот так. Ну, Джинка, неси мне мяч в руку. Давай в руку. Прыгай. Начинаем штрафной заход. По первому раунду. Заходи аккуратненько сюда, ждать. Я опять бросаю туда. Искать. И она все-таки проходит как нужно. Молодец, Джинка. Она где же мяч? А мяч-то при этом она, кажется, потеряла. Вот это оказалось даже сложнее, чем пройти лабиринт. Ничего себе. Искать. Искать мяч. Где же мяч? Куда же он запропастился? Джина любит, кстати, искать разные предметы, особенно те, которые она любит. Вкусняшки или мячи. Или... О, да! Я даже сначала не заметила, на самом деле. Джинка молодец. Она аккуратненько прошла этот лабиринт. Вообще просто конфетка. Умница, Джинка. После победы в первом раунде, я думаю, Джина заслужила вкусняшку. Джина, ты большая, молодец. Хоп!
Предлагаю тебе и твоему питомцу принять участие в крутом челлендже с призами. Я знаю, что бренд корма Юкануба проводит в Инстаграме крутой конкурс. Ты можешь выиграть запас здорового питания Юкануба и брендированные аксессуары. Нужно выложить у себя в профиль Инстаграм фото или видео, как вы тренируетесь дома со своей собакой или кошкой. Не забыть поставить хэштеги Active Anywhere и будь активным с Юкануба. Поставить отметку аккаунта Юкануба Раша, отметить в своем посте другу, у которого тоже есть собака или кошка, и пригласить его принять участие в челлендже. Все эти условия я оставлю в описании под видео. Давайте делиться активными моментами нашей с вами жизни с питомцами чаще, ведь они делают нас лучше, заставляют быть более активными, выходить чаще на прогулку, быть подвижными. А чтобы у твоего питомца было много энергии для активности, есть корм Юкануба. Он содержит нужный баланс нутриентов и высокое содержание животного белка. И не забываем, как важно наличие в корме омега-3 и 6 жирных кислот для иммунной системы животного. Кстати, зоомагазин Pet Shop дарит нам промокод GINA, дающий скидку 20% на покупку корма Юкануба для собак и кошек на сайте petshop.ru. А дополнительную информацию о корме вы можете почитать по ссылке, которую я оставлю в описании прямо под этим видео. Обязательно принимайте участие в челлендже, а мы переходим ко второму раунду. Ну что, второй раунд? Второй раунд будет называться «Мостик». Вот таким образом сейчас расположились бутылочки. Сначала идет вот такая небольшая подложка из однотипных бутылок, затем она увеличивается в два раза, а потом на третьем, так сказать, этапе, третьем уровне появляются бутылочки другой геометрической формы. Дело в том, что все эти бутылочки очень шаткие, они стоят как бы крышечкой вниз. Если вот так вот мне обратить внимание, ну то есть это как бы нужно держать баланс и равновесие. Сможет ли Джина устоять на такой очень шаткой конструкции? Узнаем! Я заброшу мяч в противоположную сторону, и Джине надо будет пройти по этому мостику вслед за мячом, не навернувшись, не разрушив мостик. Ну, короче, удержаться на балансе, да, Джин? Джина вместе со слоном и бегемотиком уже на старте. Кто же быстрее, сейчас узнаем. Итак, я сюда перемещаюсь, ждать. На старт. Внимание. Марш! Можно? Прыгай. Нет. Нет, вот сюда прыгай. Нет, Джина, прыгай сюда и прыгай. Сюда прыгай и... Опа! И Джинка, кажется, опять потеряла мяч. Нет, нашла. Скажем так, неплохо, но и нехорошо. Сейчас мы починим мостик и попробуем еще раз. На старт. Внимание. Смотрите, как она хочет. Марш! Можно, прыгай. И прыгай сюда, и... Молодец! Только она прошла все, но единственное, она вот эти вот бутылочки, которые мы специально поставили для того, чтобы, ну, вообще, как бы проверить ее баланс, и то одна бутылочка осталась стоять. Эти бутылочки мы даже поставили, чтобы они ее больше как бы пугали, шумом дезориентировали. Но Дженку не проведешь. Вот эти она вообще не разрушила, она очень аккуратна. Она на самом деле, конечно, с первого раза, когда первый раз проходит, она, ну, немножко так дезориентирована, но второй раз она уже запоминает, что надо делать. Молодец, Дженка, ты настоящая победительница. Хоп! Вот тебе вкусняшка. Я думаю, Джине нужен раунд посерьезней, посмелее, посложнее. Поэтому мы ей кое-что приготовили и на третий раунд. Джина, ты готова к полосе препятствий? Тогда голос. Да, раунд номер 3, который называется «Замуровали». Вот она наша крепость, с которой нам предстоит замуровать Джинку. И в этом раунде Джине нужно проявить будет физическую ее ловкость и ловкость ее ума, потому что все-таки тут нужно будет подумать, так сказать. Мы из одной стенки вытащили вот эту пачечку бутылок. Здесь есть мяч. Я его запну туда, внутрь. Джинка попробует аккуратно, чтобы ничего не разбить, чтобы не разломать. Я надеюсь, она понимает, что надо делать. Залезть туда за этим мячом. И когда она там окажется, мы ее... закроем этой пачечкой бутылок и посмотрим, как Джинка сможет оттуда выбраться. Потом мы возьмем мяч и будем играть снаружи, пытаясь ее раздраконить, так сказать, чтобы ей стало интересно. И посмотрим, как же она выберется из этой крепости, из заточения. Мы решили заменить мяч на Мишутку. Мишутка, смотри, какой классный Мишутка. Правда, классный Мишутка. Класс, отдай мне его. Ну, Джинка, Мишутка и... взять его. Воу! Джинка, и ждать там. Джина, кажется, очень быстро и ловко. Давай замуровывай. Замуровываем нашу крепость. Джиночка, замуровали тебя в этом колодце вместе с Мишуткой. Что ж ты теперь делать-то будешь, а? Что делать будешь? А если я тебя сейчас буду дразнить? Джиночка хочет мячик, да, действительно. Сейчас я тебя буду дразнить. Начинаю дразнить Джину. Сейчас будет самое интересное. Ой, как классно играть. Ой, как здорово играть. Играть, Джинка.
Лови! Короче, Джин не составила труда просто идти на пролом бревном, так сказать. Поэтому, Джинка, ну ладно, вот тебе твой мяч. Ну что, теперь прыжочки? Готово! Новая полоса препятствий из бутылок для Джины. Пружины. Джинка, давай на старт. Обойди. Да, да, обойди, иди сюда. Нет, не надо так у меня выпрашивать. Нужно будет сейчас делать что? Ждать сначала. Джинка сейчас будет прыгать через вот эти барьеры. Итак, Джинка, на старт. Внимание. Марш! Прыгай! Прыгай! И прыгай! Ну, короче, Джина, можете сами посмотреть. Здесь одну бутылочку, один блок сбила, здесь дофига сбила. И в третьем вообще уже на пролом пошла. Джин, так дело не пойдет. Надо нормально перепрыгивать. Ты конь или кто? Кстати, на канале Lady Pets выходил, короче, ролик совсем недавно, предыдущий ролик, где Акинатор угадывал питомцев. И там один из вопросов был: Джина, ты конь? Ваш персонаж... Конь? Конь. Ну что за вопрос? Ну кажется, Джину просто-напросто конь, понимаете? Так что если вы не смотрели ролик, как Акинатор угадывал моих питомцев, обязательно потом посмотрите, когда смотрите этот ролик до конца. Я там показала всех питомцев, и на канале Лиди тоже выходил ролик про Акинатора на днях, где Акинатор угадывал нашего еще не родившегося сынка. Это просто ржака, реально, надо видеть. Все-таки давайте попробуем еще раз. Может быть, она просто обленилась. Ну что, придется все починить сначала, Джин. Я уже предвижу ваши комментарии, где вы будете спрашивать, нафига я сохраняю столько бутылок, почему я их не выкидываю и так далее. Ну, во-первых, ребят, вы знаете, что я придерживаюсь раздельного сбора мусора и утилизации. Я эти бутылочки копила на протяжении многих лет. Для чего? Для того, чтобы потом, когда мы с ними конкретно побалуемся, построим много всего и так далее, сдать их в специальный пункт переработки пластика, как я уже это не раз делала. Поэтому просто за один раз я все это вывезу. Но перед этим мы построим кучу всего интересного, поэтому если у вас есть предложение, что можно сделать из такой, точнее, в два раза больше даже количества кучи бутылок пластиковых, то пишите в комментариях под видео. Я постараюсь ваши пожелания учесть. Можно и на канале Lady Pets, и на канале Lady. Короче, все предложения в комментарии. Я напомню, что первый домик из пленки, куда он, собственно, делся, я его именно утилизировала. Аккуратненько мы его собрали и вывезли в специальный пункт переработки. Я решила показать всем, как нужно правильно утилизировать пластик. Ну что, мы починили наши барьерчики, нашу полосу препятствий для прыжков. Джинка, обойди, обойди. Так, и ждать здесь, ждать. Я выхожу, мы сейчас заново будем все проходить, Джина, ждать. Ну что, Джинка, готова? На старт, внимание, марш. Прыгай. Прыгай. Ну ты просто ягоза, вот ты кто, Джина. Ну что ж, как же тебе дать вкусняшку за то, что ты растарабанила все три препятствия. Как крокатица проходит полосу препятствий. Ну ладно, Джинка, иди сюда. Иди сюда, моя, иди. О! Коп, молодец. Она сама решила, ну ладно, я уж прыгну. Ну короче, Джинка кое-как, ну кажется, прошла полосу препятствий. Ведь самое главное здесь не чтобы все выполнить идеально, а весело провести время со своим любимым питомцем. Чего я вам желаю. Подписывайся на канал и увидимся в новых роликах. Пока!